рамках республиканского марафона молодежи и студенчества «Молодибай» создаем качественное будущее. В день спорта дружная команда Союза молодежи города Бреста совершила сплав на байдарках по реке Лесной. 20 экипажей, 40 участников из числа работающих членов БРСМ решили бросить вызов капризной стихии, попробовать свои силы на воде и активно провести теплый летний день. С 21 июня проходит по всей нашей стране республиканский фестиваль молодежи и студенчества «Молодибай. Создаем качественное будущее». И сегодняшний день проходит под девизом «Дня спорта». Именно под таким девизом сегодня молодежь города Бреста, предприятия, организации и учреждений собралась здесь, на территории деревни Тюхиничи, для того, чтобы дать старт городскому сплаву на байдарках. Впереди почти 10 километров живописного пейзажа реки Лесная, и нам кажется, что сегодняшнее мероприятие пройдет под таким хорошим девизом «Вместе и только вперед», ведь такие мероприятия на самом деле сплочают нашу молодежь. Чтобы активный отдых прошел безопасно и весело, участники прослушали инструктаж по технике безопасности. Затем проверка снаряжения, наличие спасательных жилетов, исправность байдарок и весел, а также вещмешков. А дальше в путь. Участники сплава были полны энтузиазма и настроены преодолеть всю дистанцию. Ну, я за любой движ. Вот, а это как-никак хорошая возможность себя проявить как-то. Это вообще просто отдохнуть, провести классное время. Реально отдых летом. На работе пока работаешь, как-то не думаешь об этом, а тут за тебя все придумали, все организовали, поэтому классно. Абсолютно неожиданно это произошло. Просто сидел на парах у себя в университете, и тут вдруг пишет: Саша, у нас будет сплав. Я говорю: отлично, едем. Ведь знаете, вот у нас вот сейчас учеба идет, да, интенсивная сессия, и вот нужно какое-то разнообразие. А сплав на байдарках — это прям вообще класс. Я любую такую инициативу поддерживаю, однако если бы с нами еще были бы ребята помладше, тоже было бы интересно. Во-первых, общение. Живое общение с ребятами, разными ребятами, как взрослыми, так и младшими. Это все очень интересно, это такой, знаете, бесценный опыт. Самый молодой участник сплава на байдарках — Данил Тарасюк — приехал на турслет со своими родителями. Нагрузки и маршрут его не пугают, ведь, несмотря на свой юный возраст, для него это не первое сражение с бурной рекой. Первый сплав здесь был, здесь Тюхиничах, да, клиник. Наша база отдыха клиники. Как думаешь, 10 километров будет легко тебе преодолеть? Да. Река Лесная встретила туристов живописной природой и быстрым течением. Группа проследовала по маршруту от деревни Тюхиничи до агрогородка Клейники. А это 10 километров пути по непростой воде. Вазерина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.